Продолжаем работу на стенде компании MTED Trademark. Теперь отправляемся из Австралии от купальников в Испанию. Мы в Испании не купальники, но Selmark белье. Пока белье и домашняя одежда уже идет. Да. Да, и домашняя одежда. Новая коллекция на осень. Белье Selmark как бы тоже чем хорошо, да, то есть это, конечно, тоже такое хорошее, как основа для магазина, да, то есть как бы это большой базовый ассортимент, средний уровень цен, средний плюс. Скажем, средний это в рознице что? Комплект 6, 7? Да, где-то так будет выходить. То есть как бы это самое, то есть как бы база, которая, естественно, будет еще дешевле, да, то есть да. Какие-то модели. И цвета черный, бежевый, белый. Да, да, да. Каждая а уже смотрю, вот модель, да. Разнообразие. Здесь это собственный гамма. Тоже производитель, поэтому у них собственные мощности, они все дошивают. Модели, которые уже много лет присутствуют в бренде, да, то есть как бы и ассортимент гигантский, то есть где-то порядка 7 линий по базе, и в каждой, как бы, в каждой линии как минимум 6 чашек, как минимум 5-6 как бы низов на выбор, и, соответственно, где-то минимум 3 цвета. То есть можно себе представить, какой ассортимент только базовых линий. Это действительно как бы такая. Здесь можно выбрать для любого магазина все, что угодно. Ну, да? Недаром кому... вот я читаю, да, номер один в Испании. Да, они покрывают свой рынок точно так же, как Сифули у себя в Австралии, как бы Selmark. Вы предпочитаете с лидерами работать, либо в дизайне, либо... Ну, это о чем-то говорит, да. То есть это говорит о том, как бы, что бренд успешный. Да. Это говорит о том, что они, если они свой рынок так хорошо завоевали, это значит, рынок Испании, вот именно с точки зрения белья и продаваемости, да, потребителя, он, в принципе, действительно близок к российскому. Это уникальный рынок. Например, французы очень далеко от нас, да. Немцы тоже, они больше такие, ну, больше мелкие. В Испании, скажем, и доходы не такие. Мы же да, видим, да, какие. Да, да. И в России здесь... не все хорошо, а бренд номер один. Я говорю больше даже по формам и по чашкам, то есть как бы по ассортименту. Испанки похожи? Они любят то же самое. Они любят пушапы, они любят как бы гладкое, они любят кружево, да, то есть как бы, и чтобы все это было... Недорого. Хорошо очень сделано. Ну, хорошо, они добро. Делают мало того, что полностью в Европе, они делают только из европейских материалов. Только, только с европейской фурнитурой. Да, то есть, как бы, все вот это вот маленькие такие деталечки, которые отражают качество, да, то есть, как бы, они все, как бы, вот, это всегда видно очень хорошо сразу же. Хорошо. Маленькие аккуратные детали, которые, в принципе, то есть диапазон цен небольшой, понятно, что база как бы идет там подешевле. Сезонные коллекции, где используется кружево, там, например, кружево, двухцветное кружево там, или какие-то специальные ткани, они всегда будут там немного подороже. Но я думаю, что это всегда очень оправданно. У нас, когда мы только взяли бренд, как бы мы уточнили у всех клиентов, кто раньше работал, и у наших как бы клиентов, что нравится, что не нравится, да, то есть как бы отзывы по продажам у тех, кто работал с брендом, очень хорошие. То же самое у нас как бы был в Париже, как бы очень хороший отклик сейчас, вот в январе. И сейчас уже как бы приехали клиенты, которые раньше работали с брендом, и очень опять его хотят, потому что там действительно есть уникальные чашки, которые, за которыми возвращаются как бы их клиенты. Ну и опять же подчеркнем, что хотят. Очень важно, то что... Покупатель сам выбирает, владелец конечно. Магазина выбирает из этого огромного ассортимента сам, да. Что ему нужно. Все есть на складе. Если да. чего-то нет, то в течение 2 недель вышивается по заказу, без проблем вообще. Да? То есть это действительно просто работает. Сейчас они расширяют ассортимент домашней одежды, как бы тоже очень... Там что, хлопок, вискоза? В основном вискоза, плюс есть хлопковые модели, то есть это их такой тестовый год, но он уже сделан как бы очень-очень неплохо, то есть в Париже... Отзыв очень хороший произошел как бы, по их коллекции. Она немного такая небольшая, но очень разнообразная. То есть есть такой выбор на любой вкус, скажем таким образом. То есть натуральные материалы и какие-то и вискоза, и хлопок. Ну, кто уже полюбил да, корсетное белье, тот обращает внимание да, и на домашку. И, да, ну, на домашку на самом деле все обратили внимание у нас в Париже. Даже кто корсетное белье сказал, что это может быть. Какие-то эксклюзивные бутики для них это может быть слишком просто, то домашняя одежда в такой ценовой категории, как бы средний, да, средний плюс, нужна всем, потому что ее тяжело найти, как бы, особенно такого хорошего качества, и сделанное как бы, действительно в Европе, как бы, я имею в виду Испанию, то есть как бы да. настоящую Европу.
Спасибо, Мария. Записали мы и Селмарка.